100 тысяч евро в Дунае. Именно такую сумму выловили из реки полицейские в Вене. Патрульные прибыли по вызову о попытке самоубийства. В воду бросился молодой человек. Прохожие решили, что он пытается свести счеты с жизнью. Однако оказалось, что мужчина просто заметил купюры по 100 и 500 евро и решил их достать. Эксперты уже подтвердили, банкноты подлинные. Теперь предстоит решить, кто же все-таки их нашел. Молодой человек или полиция. По австрийским законам, тому, кто обнаружит деньги и сдаст их властям, положено до 10%. А если владелец не объявится в течение года, то и вся сумма. Как все это оказалось в Дунае и чьи это деньги, пока неизвестно.